Для Славы Первомода отличный бонус. Отличный проект, я, кстати, в нем принимаю участие. Всем рекомендую. Слушайте внимательно. Ребят, поднимите руку, кто хочет вернуть деньги, потраченные здесь сейчас. Пришли прямо в Сохо, потратили и вернули. Да, потратили и вернули деньги. Кто хочет? Отлично. Два года назад я выиграл инвестиционный конкурс и сделал международную площадку по онлайн-образованию. Заключил контракты с Microsoft, Sony, Disney и поместил их на площадку stadion.guru. И стал первой в России компанией, которая совместила потребительский рынок и обучение. Что мы стали делать? Мы стали возвращать все деньги, потраченные где-либо, на образование для людей. Человек пришел в ювелирный магазин, потратил 10 тысяч рублей, ему 10 тысяч рублей ушло на обучение. Иностранный язык, стиль, имидж, бизнес, маркетинг, только потому, что он в определенных местах тратит деньги, либо на определенные товары определенных производителей. В итоге мы выиграли лучший инвестиционный проект года в Санкт-Петербурге, выиграли стартап Сабантуй в июле месяце, отучились в IT-акселераторе, и сейчас мы сделали следующий уровень данного проекта. Это программа «Личный бонус». Раньше мы могли возвращать деньги на образование, теперь мы возвращаем деньги на услуги и на развлечения. Представьте, вы пришли в магазин, купили себе джинсы за 5000 рублей и 5000 получили обратно. И эти деньги вы завтра потратили, пошли с ребенком погуляли в детский сад, а послезавтра пошли на конях покатались, сделали себе маникюр, массаж и все на 5000 рублей. Каким образом мы это достигли? Очень просто. Мы просто договариваемся с компаниями другими, которые предоставляют нам бесплатные товары либо услуги взамен на потенциальных клиентов. И продаем, размещаем это на площадку к себе на личный бонус. И продаем за 10% от рыночной стоимости данных товаров либо услуг другим компаниям как маркетинговый инструмент. Например, мы приходим в ресторан и говорим, какой у вас средний чек? Они говорят, 1500 рублей. Мы такие говорим, давайте сделаем так. Если человек оставил 2000 рублей, то вы вернете ему все деньги обратно. Мы ему даем сертификат на 2000 рублей. И ресторан нам платит 200 рублей за этот сертификат. И таким образом мы зарабатываем на том, что мы, с одной стороны, договариваемся бесплатно и зарабатываем 10% от рыночной стоимости. Данный проект мы уже запустили в 4 городах. На сегодняшний день получили уже 102-ю заявку на франшизу. В моей команде на сегодняшний день операционный директор – это человек, который в свое время был топ-менеджером Селен Ролтона. И наши конкуренты – это, конечно, купонные сервисы и бонусные программы. Но, как вы понимаете, бонусные программы сейчас малина. Для того, чтобы получить вот такой вот флакон духов, нужно купить 20 микроволновых печей. А в растишке от Данон для того, чтобы получить вот такого плюшевого зайца, нужно купить 210 йогуртов. Вот. А у нас… Купил шапку за 2000 рублей и 2000 получил обратно. В итоге мы заработали уже где-то 1,5 миллиона рублей за 2 месяца и получили уже предложение от инвесторов. Сейчас выбираем себе партнеров. Нам нужно порядка 3 миллиона рублей сейчас для того, чтобы купить время. Потому что мы действительно создали крутой продукт, который действительно, с одной стороны, увеличивает средний чек и создает сарафанное радио для компаний, совершенно без разницы каких. Это могут быть даже производители. Мы сейчас обсуждаем условия с производителем сухарей. Они хотят сделать, если купил одну пачку сухарей, ничего не получил. Если 3 пачки сухарей получил, то все деньги тебе возвращаются обратно. И ты потом их можешь тратить на различные товары либо услуги в своем городе 1 к 1. Такого не делал никто.